Ребят, потихоньку, но едем. Взял я Жень на буксир. Так, это ты шо? Это на мене, это давай, бля. Ты мне сейчас на всю Россию, блин. Вот он, смотрите на него. Русский. Русский. Они мне говорят, ты русский. Мне родители сказали, с тобой не надо общаться, потому что русский. Видео будет интересно тем, что на фундаментах будем сегодня шурфить. Двушка? Да, двушка. Серебро, блин. Че? Натуре говорю. Десятка. Хуятка, блядь. Кто? 1962 год. Серебрушка. 62 год, ребята, реально. Да. Я думал, Белон. 62 год, да. Да. Вкратце, ребята, я вам покажу, сколько я накопал. Достаточно большое количество монет получилось, вот. Самое интересное, это у нас... Ну, с размером, я надеюсь, угадал. Вообще супер, отлично! Вот, и Танюшку мы приодели. О, классно!